Тупая. Балда. Что сделала? Ничего, забыла, как всегда. Это нормально. Я думаю, почему нет так много татуировок? Они, походу, свой домашний адрес записывают. Кто где родился? Кто где родился? Как зовут? Как меня зовут? Как родители зовут? Забыла. Как зовут Сиамскую? Давай, давай, фигачи. Барбосик отдыхает. Друзья, в общем, ситуация такая. Если ты что-то заказываешь, это явление обычное. Можно назвать там яичницу, спагетти. Вот, допустим, яичница съедена, том-ям, суп и так далее, и так далее. Но в конце концов, оказывается, что-то не донесли. С какой это целью делается, непонятно. Ну что, делают такой вид, как будто как бы естественно. Ну да. Это если мы находимся на острове Кочан в Таиланде. Я чувствую, что скоро мы начнем ломать кочаны. Официантов. А так народ сам по себе добродушный. Но глуповат в массе своей.